самостоятельной работе я предлагаю вам сделать упражнение под названием «Моя жизнь». Это одно из самых любимых моих упражнений. Для его выполнения вам потребуется чистый лист бумаги, а может быть даже не один, и ручка или карандаш, а может быть цветные ручки или карандаши, и как вам будет больше всего нравиться. Итак, возьмите лист бумаги, поверните его альбомной раскладкой и в нижней части листа нарисуйте линию. Слева напишите ваш год рождения в начале линии, а справа линии заканчивается стрелкой, направленной в будущее. Отметьте на ней важные события. Окончание школы, вуза, дата начала окончания работы, карьеры, создание семьи, рождение детей, встреча с друзьями, начало или окончание важных отношений. Отмечайте переходные периоды и отрезки времени, которые были этапами развития, связывающие разные периоды вашей жизни. Отметьте персональные пиковые моменты, поступки, которыми вы гордитесь или о которых сожалеете. Вспоминайте события из личной и профессиональной жизни и проследите свое эмоциональное состояние. Отметьте на линии те времена, когда вы испытывали наивысший душевный подъем, когда вы жили полной жизнью или наоборот, моменты полной растерянности или замешательства. Жизненный ритм. Когда вы будете анализировать свой график, посмотрите интервалы между самыми важными событиями вашей жизни. Качественные изменения в жизни, которые вы прошли. Посмотрите, есть ли ритмичность или в каком цикле вы находитесь сейчас. А теперь посмотрите на карьерный ритм. Проанализируйте интервалы между самыми важными этапами своей карьеры. Важные этапы – это не каждая работа, а те качественные изменения в карьере, которые вы прошли. И в каком цикле вы сейчас. Посмотрите на основные периоды вашей жизни. Кратко отпишите прямо на графике или на отдельных листах самые высшие точки и самые глубокие спуски. В какой стадии вы сейчас? Подъем, спуск? Какие характеристики данного этапа жизни для вас? Мысленно, возвращаясь к самым счастливым моментам эмоциональной, насыщенной жизни, ровно как и к самым трудным событиям, вы познаете свои истинные интересы и пристрастия. Вы ощущаете яркие воспоминания о том, как росли и менялись. Понимаете, насколько важно не упускать из виду те самые главные моменты своей жизни. Это все, что касается упражнения «Моя жизнь».